Дорогие учителя, поздравляем вас с вашим профессиональным праздником, с Днем Учителя. Пусть вам всегда улыбается судьба, дарит вам крепкое здоровье и долголетие. От имени ваших учеников желаем, чтобы все ваши заветные мечты исполнились, и чтобы в ваших семьях царили мир, радость и уют. Помните, что без вас этот мир будет намного хуже, ведь именно педагоги дают надежду человечеству на дальнейшее развитие. Свои поздравления вам дарят ученики, выпускники, учителя и творческие коллективы Государственного учреждения образования «Средняя школа номер 8» города Слуцка. Мама.
ученик. Горизонтально, вертикально, за километром километр. Заметьте, что не виртуально. Учитель-гонщик ищет след вдруг заблудившегося класса, где каждый маленький хитрец и отговорок будет масса, но ловит их учитель спец. Звонит родителям повесы, что прогулять урок решил, и к вечеру от всяких стрессов чуть не лишается души. Душа расстаться с телом хочет, у тела вовсе нету сил, но над тетрадками хлопочет. Учитель, Бога попросив ему пока что дать отсрочки, оценки надо уставлять, и вечер весь, и даже ночку. Рисует он то 3, то 5. Все это как бы между делом. Ведь главный труд его – учить, владеть компьютером и мелом, с детьми программы изучить и быть ребенку старшим другом, всегда учиться добротой. И так с сентября по май по кругу учите. Миленький, постой, сегодня твой учитель праздник. Остановись и отдышись. К себе с цветком бежит проказник. Ты посвятил ребятам жизнь. Пожалуй, мне ее не донести.
прощается, и в этих сумерках под фонарем все несчастные, торговцы частные, стали мы публики здесь продаем. Купите бублики, горячие бублики, купите бублики, да поскорее. За эти бублики платите рублики, что для республики всего милей.
школы, я присоединяюсь к поздравлениям. С праздником, дорогие учителя! Сейчас я педагог дополнительного образования Слуцкого центра детского творчества. И я хочу пожелать всем вам, дорогие педагоги, здоровья, удачи, талантливых учеников. Всего вам самого замечательного. С праздником!